Если ты не англосакс, а истинный ариец, гал или, не дай бог, славянин, пробиться на мировую рок-сцену ой как трудно. В англоязычном мире и своих певцов хватает, которые поют на понятном языке, а если с акцентом, то только британским. Правда, сейчас случаются исключения. А в 70-х петь и Хвиль, и Духаст было полной глупостью. Неудивительно, что немецкой группе Scorpions, как первопроходцам в мире англосаксонского рока, о своем родном исконном пришлось забыть. За 20 лет до Rammstein даже талантливое исполнение чужеземцами песен на английском еще ничего не гарантировало. Scorpions пришлось потратить весь свой талант и 10 лет труда, чтобы в 82-м году таки прорваться в американский топ-10. История Scorpions формально началась в 48-м году, когда в семьях Шенкеров и Майне родилось два мальчика – Рудольф и Клаус. В 65-м году Рудольф Шенкер решил под влиянием британской рок-сцены создать собственный коллектив, пригласив в состав младшего брата Михаэля. Вскоре из-за необходимости служить в армии группа временно распалась, но в 69-м году она собралась вновь. Младший Шенкер обладал буйным нравом, но удивительным музыкальным талантом. И как его старший брат, впервые взявший в руки акустическую гитару в возрасте 5 лет. Михаэль, однако, не задержался в группе Рудольфа и вскоре перешел в состав группы «Коперникус», где вокалистом был Клаус Майне. Основатель Скорпов, понимая, что не вытягивает одновременно работу на сцене в роли гитариста и вокалиста, приступил к поискам исполнителя песен. В 69-м году старшему брату удалось вернуть в коллектив Михаэля, а вместе с ним группе примкнул и Клаус, став с тех пор автором и исполнителем практически всех хитов рок-группы. Вокалист вспоминал, что молодые музыканты отдавали все имеющиеся силы и средства на развитие группы и на борьбу за место на музыкальном олимпе. Заработанные деньги до последнего цента тратились на нужды коллектива. Шенкер даже уговаривал Майна бросить курить, чтобы сэкономить побольше. На первые сбережения парни купили автомобиль, на котором колесили по гастролям. В 72-м году музыканты впервые заявили о себе на хард-рок сцене, выпустив дебютный альбом. Практически одновременно с этим началась насыщенная гастрольная жизнь коллектива. Английская пресса и музыкальные знатоки в штыки приняли немцев, поющих на английском, назвав такое вторжение на международную рок-площадку блицкригом. Несмотря на то, что подобное отношение задевало музыкантов, они не прекратили стремление к цели и продолжили восхождение по лестнице к популярности. В 73-м году Скорпы сопровождали в туре лондонских рокеров UFO. Англичане высоко оценили мастерство Михаэля Шенкера, предложив гитаристу войти в состав их коллектива, на что тот ответил согласием. Михаэль попросил занять вакантное место гитариста Ули Рота, игравшего в то время в группе Down Road. Выступление получилось удачным, и музыканта пригласили в Scorpions на постоянной основе. Однако Рот ответил отказом. Тогда Рудольф сам вливается в коллектив Рота, немногим позже перетянув туда же Клауса Майна. В конечном итоге музыканты принимают решение взять наименование Scorpions как уже известное любителям рока. В новом составе коллектив записывает очередной альбом. Он отличается жестким, энергичным роком, какой еще никогда не слышали от немецкой группы. Заглавный трек олицетворяет стиль Scorpions. Ультра-хард-рок в гармоничном сочетании с захватывающими мелодиями. Популярность Скорпов в Европе и Азии росла в геометрической прогрессии. Музыканты записали еще два альбома и проводили все время в гастрольных турах, наращивая количество отыгранных концертов. Нереализованной целью оставалась страна грез США.
1977 младший брат позвонил Шенкеру из Штатов, сообщил, что наблюдает за тем, как популярная американская группа Van Halen играет композиции Scorpions на одном из концертов. На вопрос Михаэля, почему же брат с коллегами до сих пор не в Америке, Рудольф ответил, что они немедленно вылетают. К этому времени рокеры записали «Taken by Force» и сменили ударника на Германа Раребелла. После концертного тура в поддержку пластинки Ули Рот покинул группу по причине творческих разногласий и желания играть иной стиль музыки. В 1975-м Scorpion совершили тур по Европе, где были гвоздем программы наряду с Kiss. В том же году они были признаны лучшей концертной группой Германии. Гастролируя по Великобритании, Scorpions попали в самое логово льва. Им выпала честь выступить в легендарном Cavern Club в Ливерпуле. В этой колыбели хард-рока им удалось добиться признания даже самых твердолобых британских фанатов. Дальнейшими успехами Скорпа в середине 70-х стали концерты в прославленном лондонском клубе Марки. Мечта Скорпион стать лучшей немецкой рок-группой воплотилась в жизнь, когда их альбом Virgin Killer завоевал в Германии премию «Альбом года». В Японии же Virgin Killer получил статус «Золотого альбома». В 78-м Scorpions гастролируют по Японии, второму по значимости музыкальному рынку в мире, где им впервые удалось почувствовать, что значит быть суперзвездами. По прибытии в токийский аэропорт, пятерка наших рокеров была окружена толпой восторженных фанатов. Но после японского турне группу покинул Ульрих Рот. Двойной альбом Tokyo Tapes как бы подвел итог периода сотрудничества Scorpions и Ульриха. А эта запись даже сейчас высоко ценится коллекционерами во всем мире. Музыканты, взаимодействовавшие с Михаэлем, который обладал неоспоримым талантом, замечали, что работать с гитаристом сложно. Помимо непростого характера, он отличался проблемами с алкоголем и наркотиками. Нередко Шенкер доводил себя до бессознательного состояния. В Scorpions непостоянный гитарист не задержался, основав собственный рок-коллектив. С 79 года бессменным соло-гитаристом группы стал Матиас Япс. Этому предшествовала огромная работа. В 78 году в журнале Melody Maker появилось объявление: Scorpions ищут нового лидер-гитариста. В Лондоне им пришлось прослушать более 140 претендентов, пока они не остановили свой выбор на земляке ганноверца Матиасе Япсе. Включившись в работу в самом конце, Матиас тем не менее сразу присоединился к записи альбома Love Drive. Альбом стал грандиозным триумфом группы и до сих пор остается одним из лучших альбомов Scorpions. Обложка получила премию года за лучшее художественное оформление. В 79 году теперь уже профессионально продюсируемый и разгоряченный успехом Love Drive, Scorpions начали свой первый масштабный тур по Америке, давая концерты на открытых площадках с Aerosmith, Тедом Нюджентом и AC/DC. Эти гастроли стали для Scorpions хорошим уроком игры в рок-бизнесе. Их альбом Love Drive был выпущен в США в 79-м и стал первой вещью Scorpions, получившей там статус золотого диска. А следующим стал альбом Animal Magnetism. С этими двумя альбомами группа наконец совершила прорыв в Северной Америке. Второй тур Scorpions по США стал триумфальным. Началась эра грандиозных турне. Однако после еще более успешных гастролей в 81 году, во время записи Blackout, Клаус Майне внезапно потерял голос. Не желая препятствовать успеху группы, Клаус решил покинуть Scorpions. Но крепкая дружба между Клаусом и Рудольфом, наряду с поддержкой со стороны всех членов группы, позволили случиться практически невозможному. После длительных тренировок и двух операций на связках, Клаус сумел оправиться от травмы. Мало того, в 82 году он вернулся со значительно улучшенными вокальными данными. Один критик написал:
Они подарили Клаусу Майне железные связки. Впрочем, музыкантам не удалось избежать и некоторого ущемления со стороны коллег по сцене. Так, в 83 году те самые американцы Ван Хален, выступающие в роли хедлайнеров на фестивале в Калифорнии, запретили играющим перед ними скарпам использовать световые эффекты на сцене. С блеском выйдя из положения, немцы наняли 5 истребителей, круживших над аудиторией. В 82 году Scorpions предприняли тур по США в поддержку нового альбома Blackout. Потрясающий дизайн обложки этого альбома был выполнен Гейлен Вайном. Альбом и сингл No One Like You попали в американский топ-10, а также альбом стал платиновым и завоевал премию «Лучший хард-рок альбом года». Один хит следовал за другим, и в 80-х Scorpions покорили сердца любителей рока со всего мира. А в 84 году Scorpions стали первой немецкой группой, давшей 3 успешных концерта подряд для 60 тысяч фанатов в нью-йоркском Madison Square Garden. И вот в 84 году Scorpions наносит по шоу-бизнесу свой самый мощный удар. Выходит альбом Love at First Sting, содержащий одновременно и большой рок-боевик, и драматичную балладу. Рок-боевиком стала песня «Стряхну тебя как ураган», написанная гитаристом Рудольфом Шенкером. По словам Шенкера, это его самая любимая песня, этакий идеальный гимн року. В ней поется о рокерском взгляде на жизнь. Кстати, текст песни написал не гитарист, а барабанщик Герман Раребелл, просто зафиксировав реальную сценку. По воспоминаниям Германа Раребелла, текст к этой песне было очень легко писать. Я проснулся ранним утром после того, как всю ночь баловался кокаином и трахался. Я приоткрыл шторы, раннее утро, встает солнце. Прошлой ночью была отличная встряска и достаточно громкая. Моя киска мурлычет, царапая мне кожу. Она расцарапала мне спину, когда мы занимались любовью. Я просто сел и написал это. Было 5 часов утра, девушка была еще в постели, а я сидел и писал. На следующее утро я сказал Рудольфу: «У меня есть прекрасный текст на тот риф, что ты показал». Стандартное рок-клише было подкреплено вызывающим клипом с дикими зверьми, полуобнаженными тетями и музыкантами, запертыми в клетке. Это видео стало одной из тех капель, которые переполнили терпение 5 влиятельных американских женщин и заставили их организовать Parents Music Resource Center, который занимался цензурой и придумал наклеивать на диски лейблы, сообщающие о вредном содержании того или иного произведения искусства. В то время как в США обалдели и возмущались по поводу песни «Rock You Like a Hurricane», в Европе и СССР Scorpions завоевали аудиторию прежде всего балладами, сочетающими одновременно и музыкальную красоту, и рок-н-ролльную мощь. Многие мои соотечественники до сих пор знают и любят Scorpions в основном за баллады. По воспоминаниям Шенкера, когда мы поем «Wind of Change» или «Still Loving You», это Россия. Когда мы поем «Rock You Like a Hurricane», это Америка. Здорово, что у Scorpions есть эти две стороны. На первом месте из хард-медляков, безусловно, стоит «Still Loving You». Того же 84 года, узнаваемая с первых 3 нот. Те, кто знает английский лучше Scorpions, до сих пор посмеиваются над названием песни. Дело в том, что «loving» означает «действие», производимое в данный момент. В результате вместо задуманного «все еще люблю тебя» выходило «все еще занимаюсь с тобой любовью». Ошибка оказалась пророческой. Под эту песню действительно часто занимались любовью, особенно во Франции, где сингл с балладой разошелся тиражом почти в 2 миллиона копий и, как шутят, обеспечил резкий рост рождаемости. Скандальная для 84 года обложка к альбому «Любовь с первого укуса» прославила известного немецкого фотографа Хельмута Ньютона. А к середине 80-х холодная война была еще в самом разгаре, поэтому даже в строчке песни
твоя гордость стала слишком крепкой стеной, которую мне никак не удается разрушить, усматривали намек на знаменитую Берлинскую стену, разделившую послевоенную Германию на две части – капиталистическую и социалистическую. С началом перестройки в СССР прежний мир изменился. Железный занавес начал подниматься, и Scorpions стали одной из первых западных групп, давших официальные концерты. Сперва это было несколько благотворительных выступлений в Ленинграде в 1988 году, а уже спустя год на Московском фестивале мира Скорпионы выступили с целым букетом монстров рока от Оззи Осборна до Бон Джови. Вдохновленный происходящим в СССР Клаус Майне пишет еще одну знаменитую балладу «Wind of Change» – «Ветер перемен». По воспоминаниям Шенкера: «Я всегда любил русских и с детства наблюдал по телевизору за всем, что происходило в России. И любовь к этой стране особенно проявилась, когда мы, одна из наиболее популярных рок-групп, впервые приехали в Россию, а годом позже мы не могли не заметить тех изменений, что здесь происходили. Мы отправились на катере из отеля в парк Горького, чтобы отметить это событие. Там были русские, японцы, немцы, французы, англичане, весь мир был в одной лодке. И именно после этого зародилась песня «Wind of Change». Не успели Scorpions написать эту песню, как в ноябре 1989 года Берлинская стена рухнула. Группа тотчас исполнила новую балладу на концерте у Бранденбургских ворот, где стоял обломок стены, вместе с оркестром, которым дирижировал Ростропович. С тех пор песня стала своеобразным саундтреком этого исторического события. Вскоре выходит новый альбом Crazy World. Сопровождающий его сингл Wind of Change закономерно становится самым продаваемым синглом группы. Scorpions говорили, что именно этот успех позволил им пережить гранжевые 90-е и не распасться. Но это еще не все. Песня имела такой успех в России, что Скорпы вскоре записали русскую версию хита, и в декабре 1991 года Scorpions реализуют амбиции, о которых не могли и помыслить два года назад. А именно, они стали первой из рок-групп, которые были приняты в Кремле руководителем советского государства. Безусловно, решающую роль в этом сыграла все та же песня. По воспоминаниям Майна: «Горбачев пригласил нас в Кремль после того, как услышал нашу песню, ставшей мировым хитом. Ваш первый президент очень обаятельный человек. Мы целый час проговорили с ним о музыке и политике». Теплые отношения последнего руководителя СССР и немецких рокеров на этом не прекратились. Не так уж давно Scorpions выступили на 80-летии Горбачева, которое он праздновал далеко за пределами Родины. А в 1992 году в составе появляется новый, ставший постоянным бас-гитарист Ральф Рикерман, а в 1996-м ударник Джеймс Коток. В конце 90-х коллектив настигает творческий кризис, приведший немцев к записи экспериментального для их музыки альбома, прошедшего незамеченным в Европе и Америке. По признанию лидеров коллектива, группа была истощена после десятилетий успеха и находилась на грани распада. Однако вскоре Scorpions получили музыкальную премию мира как самая успешная немецкая рок-группа. И еще один знаменательный момент в их карьере наступил, когда по приглашению семьи короля рок-н-ролла Присциллы и Лизы Мари Пресли, а также короля поп-музыки Майкла Джексона, они представили кавер-версию His Latest Time на концерте памяти Элвиса Пресли в Мемфисе. В новом тысячелетии немцы неоднократно посещают Россию и страны СНГ, не прекращая концертную деятельность и запись новых альбомов. В 2006 году в честь 41-летия коллектива Скорпы выступили на фестивале Wacht Open Air. В концерте приняли участие и бывшие музыканты золотых составов легендарной группы. Несмотря на внушительный возраст музыкантов, группа продолжает радовать поклонников новыми концертами, поражающими зрелищностью и энергетикой. В 2017 году коллектив включен в зал истории хэви-метала.
Скорпионс благополучно пережили и времена гранжа, ставшие катастрофой для большинства других коллег по облегченно-металлическому цеху, и все последовавшие музыкальные моды. Причиной тому действительно выдающийся вокал Майна, тщательная проработка записей и, безусловно, невероятная энергия живых выступлений. Тут в их возрастной категории с группой могут конкурировать разве что Rolling Stones. Впрочем, и студийные работы по-прежнему находят слушателей. Альбом Return to Forever, вышедший в 2015 году, попал в топ-20 18 стран, а в этом году вышел очередной альбом Rock Believer. Портал Blabbermouth поставил пластинке 8 баллов из 10, отметив, что группа вернулась к тому звучанию, которое подпитывало их на пике карьеры, а уровень энергии и мастерство исполнения не дают трекам усталости, и эти песни вполне могут стать классикой рока.